Здравствуйте. Ну, Шулина, как вам на железном порту? Мне хорошо. Что мы кушаем? Креветочку. Солененькую, ох и вкусную. Да королевские креветки. Королевская. Погода сегодня хорошая. Что еще расскажете? Люди вежливые. Море чистое. Что же я рассказывал? Официанты вежливые. Вежливые. Вообще никто ничего не ворует на пляже. Нема такого. Боишься оставить свои вещи. Правда, полотенцев наших уже нету. Да, правда, полотенцев наших уже нету. Ну, покрали же. Как вам вначале? Нормально, море как море. До моря километр дойти. Ну, вчера 15. Нам показалось, что очень далеко. Сегодня уже шли близко, хорошо. Вчера мы приехали, было тяжело после поезда. Лучше на море после поезда не ходить. Лучше отоспиться, вымыться, а на другой день идти на море. Ну, не получится, надо спаться. Мы пришли, тут были лужи. Холодно, сегодня тепло, холодно. Хорошо. Мы искупались, конечно, но набегались, потому что ничего не знали. Приехали на 10 дней, так что узнаем все. Планируем поехать на гейзер, в аквапарк сходить. Солнце вообще, море соленое, классное. Ну все, да, следующей встречи.